Ситуация сдерживается до сих пор на уровне тарифа 5 гривен, но сложилась ситуация такая, что в других регионах поднимают тарифы. В Одессе тариф остался самым низким, с городов миллионников. Он составляет с расчета на один пробег километра пути. При протяженности 18,8 километра пути у нас тариф составляет 27 копеек. Что повлекло за собой отток транспорта в другие регионы? То есть у нас сегодня это не один, два, три уходят автобусы. То есть за прошедшую неделю только на одном предприятии 16 единиц транспортных средств достаточно по низкой цене проданы в регион. Поэтому ситуация достаточно сложная. С пониманием относятся перевозчики. И мы надеялись на чудо, что где-то темп роста составляющих, влияющих на интерес этого бизнеса, они будут, может быть, приторможены, но последний резкий всплеск стоимости топлива, ну и всех иных составляющих, привязанных к нашим условным единицам, к сожалению, вынуждают, я бы сказать, свою гражданскую позицию. У нас отток транспорта и выпуск подвижного состава сокращается не то, что вот на единицы, как я уже назвал, на десятки единиц. И что ставит под